Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжается 23-й тур МЛБ первой лиги. И первая игра сегодняшнего дня состоится в столице Татарстана на стадионе «Нефтяник». Тренер Уфы Николай Сафронидзе. Таким образом, очного противостояния Вадима Евсеева и его бывшего помощника Арслана Халимбекова. Именно в таком составе они вместе работали в Уфе. Сегодня мы не увидим. В этой встрече счет пока 0-0. Я напомню, что в этом туре уже три матча сыграны в МЛБ первой лиги. Одна игра состоялась в пятницу и две накануне в субботу. И сегодня шесть матчей мы увидим. А пока Касентура подает, и Голубев на дальней штанге пытается замкнуть. Еще один момент у ворот Шинника. Уфа сейчас не сумела использовать. Касентура. Что, пойдет в свой фирменный дриблинг. Из-под Зинкова делает передачу и... Момент у Минаева! Куда мяч? Штангу попал. Нужен повтор срочно. Ну это точно самый опасный момент матча сейчас. Который сейчас чуть ли не в центральном круге располагается. Его команда угловой подает. И, судя по всему, получил по ногам Евсеев. Лежит он сейчас на газоне. Не просто лежит, а корчится от боли. Ну и что там произошло? Пенальти назначает судья. Это логичный эпизод. И да, Самойлов выводит свою команду вперед. Эмиль, мы с тобой говорили о том, что все будет зависеть от реализации. Как мы и предполагали, уфимцы пошли вперед. И снова появляются какие-то моменты. Но очень хорошо летит сегодня контратака у Шинника. Соколов на Кулишева. Кулишев подает и завершает эту атаку голевым ударом. Все тот же Дмитрий Самойлов делает дубль уже до перерыва. Аплодирует Вадим Валентинович Евсеев. Действительно блистательная атака, великолепные удары, прострел. Ну вот она реализация. И сейчас мы видим, что Уфа идет в атаку. Эгош Касентура, мяч под правой и удар Эгоша. Спасает ярославскую команду голкипер. Вытаскивает из-под перекладины этот удар Михаил Филиппов. Здорово. Мне, честно говоря, помнится, что в первом тайме таких эпизодов не было. Очень внимательно ярославцы играли в свою штрафную. И здесь мяч все-таки оказывается в воротах. И ликует скамейка уфимской команды. И уже на 47-й минуте Уфа один мяч отыгрывает Артем Погосов, упустивший большое количество опасных моментов. В первом тайме все-таки затолкал мяч в ворота Михаила Филиппова. Еще одна атака. Голубев на Темникова. И вот свежий игрок, вышедший на поле после перерыва, делает передачу на Минаева. Минаев скидывает Темникову. Подача, Касентура снова выпрыгивает. Погосов тянется к мячу. И это угловой. Очень нравится, как играет сегодня Самойлов. Очень вдохновенно. И момент у Соколова не попадает по мячу. Седьмой номер Шинника. Грузнов. И какое ударище! А если бы залетел, а, в дальний угол, это был бы, наверное, претендент на звание гола тура. Сейчас Эгош Касентура играет просто блестяще, на мой взгляд, делает передачу на Темникова. Темников пытается сместиться в центр. И как вырезать на Касентуру? Ну, немножко футбольного мастерства мы сейчас увидели на поле. Главный вопрос. Нет. Не дает. И свисток. Да, фиксирует победу ярославского Шинника в сегодняшнем матче.